Правительство России поддержало идею создания в Уфе Федерального центра подготовки кадров среднего профессионального образования. Бюджет проекта составит 5 миллиардов рублей. Из них 3 миллиарда выделят федеральный бюджет, 1,5 миллиарда региональный и 1 миллиард привлекут из внебюджетных источников. Сегодня в ходе заседания правительства Башкортостана была сформирована рабочая группа. Ее главной задачей станет создание финансово-экономической модели и реализация проекта. Кроме того, будет подготовлена программа обучения. Через год Федеральный центр профессиональной подготовки примет первых обучающихся. В Уфе будут собираться все наработки и все лучшие практики, которые есть в Российской Федерации. Об этом и было принято решение. Но это будет происходить постепенно. Сначала, уже через год, когда пойдет первое обучение, нам уже важно, чтобы здесь сама программа была современная, четко проработана и соответствовала тем ожиданиям, которые есть и у федерального руководства, и у нас. Федеральный центр профессиональной подготовки кадров будет создан на площадке, где проходил чемпионат WorldSkills России 2021. Часть оставшихся после формирования центра сооружений пойдет в пользование муниципалитетом, а также под конгрессно-выставочное мероприятие.